Уральские хоккеисты выступят на этапе всероссийских соревнований «Золотая шайба». Они состоятся в Нижневартовске. Уже сегодня спортсмены команды «Шершни» сыграют первую игру с югорскими «Викингами» из города Югорск. Накануне съемочная группа телекомпании «Спектр» посетила тренировочное занятие. Буквально неделю назад уральские хоккеисты вернулись с этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». В городе Советске наши парни буквально порвали соперников с разгромным счетом. Все три игры они выиграли. И вот уже вновь наши ребята готовятся к очередному этапу в городе Нижневартовске. Как проходит подготовка и в чем секрет такого успеха? Сегодня об этом поговорим с тренером хоккейной команды «Шершни» Артемом Мамасуевым. Артем Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как далась победа? Неужели соперники были настолько слабы? Да нет, все команды примерно одного уровня. Просто на данном турнире оказались чуть лучше, чуть более подготовленнее к игре. И вот и результат. Нижневартовским уральцам предстоит сыграть с хоккеистами Советского и Октябрьского районов – Югорска, Ханты-Мансийска и Нягани. Настрой у ребят боевой. Лучший бомбардир турнира Артем Козлов забил в Советском за три игры 20 голов. Надеется в этот раз повторить свой триумф. Хорошо готовимся. Играть в пас, все хорошо. Соперники довольно серьезные на этом этапе. Просто так победу не добыть. Надо будет стараться. Упорный труд, стремление к победе, командный дух и единство – то, что пригодится спортсменам в финале. Борьба за главный приз обещает быть непростой. Гузель Иванова, Шамиль Саидов. Наши города.